наша с вами сейчас задача. У нас нет задачи все запретить, закрыть и отсюда на этом уехать. У нас есть задача привести все к действующему законодательству и привести это в тот внешний вид, чтобы он соответствовал нашему городу-курорту. Перед началом инспекции краткий инструктаж. Фермеров проверяют не только на предмет соблюдения ценовой политики, но также и порядка на торговых местах. Все продавцы обязаны иметь при себе разрешительную документацию, санитарные книжки. А продукция должна реализовываться только с оборудованных мест. Продажа овощей и фруктов со стульев, ящиков и тем более земли недопустима. На ярмарке в селе Цыбанабалка несколько предпринимателей нарушили условия торговли. У некоторых и вовсе при себе не было документов на отдельные группы товаров. Незначительные нарушения устранялись на месте. С более серьезными будут дальнейшие разбирательства. Но добросовестных предпринимателей все же больше. В данном ролете продают продукцию промышленной выработки. Здесь молочная продукция, колбасные изделия. Вся продукция с документами, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции. Продавец тоже в спецодежде. Цены все есть, но это, конечно, не мое в процент. А что продукция качественная здесь, да, мы гарантируем. Ветеринарная служба гарантирует качество данной продукции, которая реализуется в таких условиях. К таким рейдовым мероприятиям покупатели относятся положительно, а продавцы с пониманием. Ведь в конечном итоге контроль со стороны администрации способствует усовершенствованию работы ярмарок. Борются, чтобы была местная продукция. Санитария должна присутствовать. Ну, не дай бог, пыль, например, ты вот наступил, пыль поднялась на продукцию. Продукция будет пыльная у тебя. С детьми приходим, мы, конечно, хотим купить качественные продукты, проверенные, не просто кто-то там возле дороги стоит и продает. Поэтому мы надеемся, что здесь качественно. Нам местные посоветовали. Цены здесь, как и на других ярмарках, не превышают рекомендованные. Помидоры можно купить за 65 рублей, огурцы по 60, кабачки 27, кукуруза 15. На каждом привозе установлен информационный стенд с перечнем максимально допустимых цен на все товары. В случае завышения можно жаловаться по указанным телефонам. Те рекомендованные цены, которые мы устанавливаем для ярмарки привоз, они выдерживаются. Были выявлены нарушения санитарно-ветеринарного законодательства, это на рыбную продукцию, а также на молочную продукцию. Сейчас мы эти замечания отработаем и приведем все в соответствие. Есть вопросы по внешнему виду. Есть задача, которую необходимо выполнить по приведению в соответствие в связи с теми требованиями Департамента торговли Краснодарского края, приведению брендбука, это к единому облику всех этих торговых объектов, а также к приведению санитарно-ветеринарного и торгового законодательства. В Цыбанабалку комиссия еще вернется не раз, чтобы проверить, как устраняются выявленные нарушения. Кроме того, в планах администрации благоустроить здесь территорию под торговыми рядами.